какая-то проститутка, которая сдохнет сегодня ночью. Я ей искренне этого желаю, чтобы она сегодня прям ночью это сдохла. Переслала мне 1 рубль и написала мне: на диетолога, свинина ты наша. Сдохни, мразь. Марина Владимировна Р. Чтоб тебя, суку, порвало от злости, чтоб ты сдохла. Эта блядина не, это как сказать, не унимается. Диетолог не поможет, уже на липосакцию. Чтоб ты сдохла, мразь. Чтоб ты сдохла. Представляете, эта потаскуха мне пишет: твои пожелания тебе втройне, свинушка. Гори в аду, сука. Как вам не стыдно отнимать чужих мужей, уводить их из семьи? О чем речь, блядь, а? Каких мужей куда увела? Чего вы хуйню пишете? Будете пиздеть, уведу ваших мужиков. Вот эти вот жабы, которые пишут мне в комментариях. Уведу ваших мужей и оставлю ваших детей без отцов. Вот так вот, блядь. Я вам, блядь, устрою райскую жизнь. Я вам устрою. Хейтерюги, я вас вычислю. Научу ваших детей курить. И уведу ваших мужей. Ой, как мне стало весело от одной только мысли. По акции, какая-то дикая акция была, то ли 60%. Сейчас я уберу холодильник. Ничего не влазит. Надо разбирать пакет с продуктами. Вам говорить такие вещи. Да будет так, Господь, не оставь меня, пожалуйста. Аллаху, Боженька, я бы пошла сегодня в церковь и сказала бы тебе за все спасибо. Обязательно. Но я не смогу по объективным причинам. Ты знаешь, по каким. Дверь открыть, дверь, пожалуйста, дверь открыть. Я дверь. Открыть, пожалуйста. Я сейчас дверь. Две этажи, номер 2. Если ты не открыть, я идет. Я 2 раза приеду в дверь, ты не открыть дверь. Все люди думают, я плохой человек, понимаешь? Это очень нехорошо. 3 раза я приеду, 1 час. Махмутлар где, здесь где? 1 час я приеду. Понимаете?
Это очень нехорошо. Сходила в церковь, да, сходила. Поставила свечки за хейтеров, не за хейтеров. Я ставила свечки, когда заходишь у левого алтаря, там в часовне. Короче, за смерть ставила. Не во благо. Ставила свечки за смерть. Вот видите, бабочка уже сдохла. Это знак. Блядь!